Как дела, джентльмены? Решили вынести с компании Brutal Bell гири в массы и искать здесь сильных ребят. Те, которые пожмут гирю 32 килограмма больше всего повторов, получат деньги. Давайте так и сделаем. Вот так. Для разминочки взяли 16, даже не так, 12, 16, 24 килограмма и 32-шку. Там спортивная площадка, вроде там много крепких ребят, пойдемте их проверим. Задача такая, вот мы берем гирю, в одно движение мы ее закидываем, оп, строгий жим. И главное спокойненько сюда раз и опустить. Не сделаем. Так, это шестнарик пока. Это 24 поднял, двумя руками аккуратно. 32 можно пробовать. Я так уже напрягся, думал, сейчас все, бабки отдадим, мы домой поедем. Так подошли, говорите, сейчас все. Да? Работал с гирем? Да. Отлично, давай тогда так, возьми вот собаку, иди. Разомнись 12 килограмм, а там мы посмотрим. Только так, спину ровненько, ты уже размятый, нет? Разомни, давай, кисти разомни. Кроссфит был? Ничего себе, мы на кроссфитера попали сходу. 12 килограмм. Хорошо, 12 так, килограмм задача. Нормально. Задача у тебя будет такой. Ну так, чтобы деньги получить, надо 32 килограмма. Ну, ты как бы вне конкурса, как пока подрастающее поколение. Вот, взял, спокойненько выезжал, вниз опустил и отсюда вниз поставил. Ну, как бы мы не будем говорить сейчас о челлендже, просто для себя попробовать можешь. Но разомнись, давай так, что на кроссфите с гирями делали? Махи, да? Поднимали, ну, подыми, присядь несколько раз, почувствуй снаряд в руках. Только, ну как ты поднимаешь? Спинку-то ровно надо. О, колени врозь. А где ты кроссфитом занимаешься? Не будем, конечно, антирекламу делать, на ухо скажи мне. А, тут? Так. Ну, колени надо на месте. Вот, смотри, раз, два. Не-не-не, ставлю на пол, ставь. И спину ровненько. Давай, будет желание кроссфитом позаниматься. У меня в инстаграме, в директ мне напишешь, хорошо? Может, Коля здесь. Так давайте, Колю, всех сюда тащи, кто может. Совсем подруга. Главное, что, погнали, лосочка. Купаться будешь? А. Да, я скоро поеду, слушай, осторожно. Сюда давайте, магнезию можно сколько угодно мазаться. Да, но еще маленький нюанс, так как это уже призовой момент, одной рукой поставить. Да, ну просто на всякий случай. Раз, сюда. Отсюда вверх, вниз спокойненько. И опустить. Вот, одной рукой. Вот, я понял. Вот так? Да. То есть не вот так вот? Ну, это как кому удобно. Мне просто отсюда не совсем. Ну так идет, надо на попа только взять и сделать. О, годится. Так можно не ушатываться, а попробую все-таки поднять ее донышком вверх. Ну красота, отлично. Да. Надо было посчитать. Вы считаете? Да так разминка чисто. Так на попа надо. Давайте. Силушка-то есть. О, как 32-шка идет. Класс! Ну, хорошо! Может отдышаться и попробовать все-таки? Да нет, я так никогда не пробовал. Ну, в самый раз. Вон есть шестнарик, 24-ка попробовать. И потом 32-шку уже.
Ну классно, классно. Это старинный подъемчик. Я не пробовал. Вот. Там есть магнезия. Ну, так жмется у вас очень хорошо, да. Но ногами не помогаем, то есть не швунгуем, не подсаживаемся. Да, вот один раз хотя бы пожать. Вот, вот так, берем ее спокойненько. Да. Сюда раз. Одним движением вверх, спокойно опустить и вниз поставить. Да. Вот одной рукой. Возьмите магнезию. А нельзя поправлять и помогать? Нет. Вот если уже на соревновательное, так чтобы на этот самый. Тихонько, тихонько. Ну, для пристрелочки магнезию, магнезию возьмите, она с магнезией. Не, реально с магнезией помогает. Так сжали хорошо. Второй рукой страхуем. Все делаем одной рукой. Ставим на попа и жмем. Да, да, да. Уже если пробовать, то в оригинале. Тык-тык-тык-тык-тык. Блин, она легкая, но я не могу удержать ее. Чуть-чуть, аккуратненько, аккуратно. Нет, вот так вот не могу. Один раз закинул, а потом жмешь просто. А, потом... Да-да-да, закинул, потом просто жим. Левый аккуратней. Так нормально, давай больше вес. Второй рукой страхуй себя, если что. О, смотри, 16. Нормально, нормально. Хорошо. Это уже 24. 24, разминочка. Да, лучше кидаю, если что. Ну, попробуй. О! Это тяжко. Тяжело? Да, 24. А 32? Ну, чисто так, становое. И осторожно пожать. Вот так нормально. Это 16. Еще разочек. Оп. Нормально, шестнарик идет. Локоть до конца. Вполне хорошо. Отлично. Только правой рукой. Хорошо, но это 16 килограммчиков. Идет, 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 идет. Нормально, нормально. О. Пока разминочка, это 24-ка, это уже чуть другой вес. Аккуратно, 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 руки, ноги, все бережем. Смотреть надо на гирю, чтобы она не упала. А если падает, убирать голову аккуратно. Но 12 идет, надо дальше, 16 пробовать. 16, 16 килограмм. Аккуратненько взять посерединке, сжать хорошо. Сжать. Поймать баланс. Тише, тише, тише. Не спешить. Тут торопиться не надо. Тут спешка. Упражнение старой школы. Тут и плечо, и кисть. Все сразу. Осторожно. Нормально. 16 пройден вес. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Да, 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 да. Осторожненько. 32-шечка. Отлично. Я не знаю, сейчас пойдет или нет. Главное аккуратненько. Нет, может 24-ку сначала. Да ладно. Не, ну взятие хорошо. Раньше когда-то было. Раньше было, да? Раньше было, ну да, я же взрослый уже очень. Супер! Отлично. Ну замечательно. Вообще. Класс. Выстав хорошо, удобненько выстав. И спокойненько вверх. Давай, давай, аккуратно. Главное не травмироваться. Ноги, колени, руки, голова, все осторожно. Тяжело. Тяжело. О, идет, 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 идет. Полегче будет. Ну да. Хорош. Давай, давай. Оп. Давай, давай, машина. Нормально, нормально. Поднял, хорошо. Давай, давай, аккуратненько. Чик. Ох, да ты смотри. Красавчик. Налево. Давай. Тихо, тихо, аккуратненько, главное. Все, 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 все.
Чуть-чуть. Вот это экстрим уже пошел. Молодцы, молодцы. Канал Атлетизм, заходите, там много всяких ништяков найдете. Пробуем аккуратненько. Оп, тихонько. Почти, почти пошло. Ну, принципе, 32, да? Да, да, да. Раз. Давай. Чуть-чуть. Раз. Два. Три. Четыре. Не дожал. А. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, отлично, отлично, отлично. Засчитаем. 5, рекорд. Все по-честному. 500. За, по 100 гривен за каждый жим. Спасибо. Красавчик. Ну что, подводя итоги, могу сказать, что вызывает живой интерес упражнения. Мы тут и пожонглировали, и пожали разнообразными старинными способами, и пошвунговали по 2 гири в одной руке. Но касательно самого челленджа я, в принципе, доволен. Ребята, есть те, которые жмут и 32-шку, есть те, которые многие жмут 24-ку. Ну, а в основном, конечно, 16 уже для многих был вес достаточно тяжелый для обывателей. Но появился интерес, появился азарт, и мне, в принципе, очень понравилось устраивать подобные мероприятия. Кто считает, что это должно быть на канале, пишите в комментариях, поддержите, тут поддержка нужна. Снова пробую новые рубрики. Стараюсь удивлять, стараюсь показывать что-то новое, новые лица в данном случае. И ваши результаты жду в комментариях. Кто сколько пожмет, 32-шки одной рукой берем, выжимаем максимум раз и спокойненько ставим. Локоть вверху разгибаем, ногами не помогаем. На сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.